Приветствую вас на своем канале «Брак в Дании». Сегодня мы записываем видео о том, как хорошо мы понимаем друг друга, при том, что мы разговариваем на двух разных языках. Я на русском, Алекс на немецком. Мы чудесно понимаем друг друга. Как так получилось, что муж мой иностранец? Я не знаю, как это получилось, но в итоге за 2 с лишним года мы помогли более 240 пар, таких же, как и мы, заключить брак в Дании и эмигрировать в Германию. Да, мистер Ауслендер. Ауслендер. Ну, ты для меня иностранец. Да. Ну. Wo leben wir? In Deutschland. Und was hast du im Pass stehen? Deutsch oder Russe? Я Русса. Okay. Ты Ausländer? Ты. Willkommen in der Ehe. Кто из вас сделал первый шаг к знакомству? Кто написал первым? Ich brauche nicht antworten. Ну ты на себя палец показывает, потому что ты же первый написал. Алекс написал первым на сайте знакомств. Это была Мамба. Кто из вас лучше готовит? Да. Нет, я хорошо готовлю, скажи, просто у меня нет времени. Genau. Ну почему нет? Ich koche besser, aber ich habe keine Zeit. Не, ну есть блюда, которые я готовлю лучше. Давай, что ли, я не совсем. Yeah. Какие? Что ты врёшь? Ну смотри, вот, допустим, кашку какую-нибудь. Да? Пельмени. Ну, кашки sind alle ein bisschen knusprig. Ну что? У пельмени kannst du gut. Plus ich mach die Arbeit. И я это еще, ну, я умею кухонные всякие готовить. Да что? Вот. Ну так что не надо говорить, что я не умею. Я тоже не знаю. Frage war, wer kann besser kochen? Он это не знает. А, ну окей. Кто у вас в семье самый добрый? Нет таких. Он добрый ситуацион. Не, на самом деле, мне кажется, мы оба добрые, да? Давай покажем чат на меня. Кто у вас в семье лучше всего планирует? Да, wohl auch nicht gut. Как не gut? Да. Erzähl mal, wie du Париж geplant hast. Ну, это одно, это Париж. А если про работу, жизнь, да, я лучше планирую. Ну, что мы собирались в Париж на 2.5 дня. Что сначала я забронировала фотосессию, потом я купила билеты в Версале, в Лувр. А потом мы решили, что надо бы еще отель забронировать. Und eine Vignette zum Autofahren. Ну, это уже твой косяк. Ну, кстати, с Амстердамом было то же самое. Мы сначала купили билеты на автобус, а потом искали, где жить. Кто из вас лучше знает математику? Он решает всякие трехзначные числа в уме. Да? Калькулятор ходячий. Нет. Yeah. Ну, вот скажи ему, какую цифру он тебе решил. Кто из вас первый предложил пожениться? Ну как предложил? Да, ситуация была: mach du mal, ich geh essen. Ну это заявление ты подавал сам в Дании. Да. Гузель имеет в виду, кто вообще придумал, что надо жениться. Aus Fehlern lernt man. Напишешь субтитры: на ошибках люди учатся. Но тебя жизнь ничему не учит, да? Нет. Wie hast du gesagt, alle Männer sind Adrenalin geladen und wollen sich schneller umbringen. Да. Okay. Ну вот. Und das ist die höchste Menge. Ты нашел как быстрее, да? Нет. Кто из вас лучше танцует? Правильно понял. У нас нет таких. Мы не умеем танцевать и петь. Кто из вас раньше встает? Во сколько ты встаешь? 6, 7, 8. Ну, если он до 8 спит, это уже прогрессит. Но в 6-7 он уже встал. Побежал в белку. Я не в 9, я тоже просыпаюсь в 7-8. Потом я еще лежа, там, отвечаю на сообщения, выкладываю все в Инстаграм. В общем, ну, у меня нет такой нужды вставать и бежать на работу. Я же дома. Кто у вас глава семьи? Я. А ты не знал? Хорошо, тебе корону сделаю, но я главный в семье.
А ну а что, я главная в семье? Ну, командир, согласен, Ру. Ну, понятно, женщина шея, мужчина голова. Я поворачиваю, а ты вот там кукаешься лишь. Muss ich aufpassen, dass mein Kopf nicht um 360 Grad. Да. Я думаю, что Алекс лучше знает меня. Also, все, все. А я невнимательная свинья. Да, что? Ну, даже если он мне три раза скажет что-нибудь, я все равно не запомню. У меня плохо с памятью. Пожалуйста, не хочу.